Витя такой после прямого эфира. Мать, я сплю. Я не притворяюсь. Скажи, я сплю, да. Да я сплю, сплю вообще. Всегда сплю. Нет, пойдешь от переноску спать. Ну-ка быстро, я сказала. Я сказала, пойдем переноску спать. Не надо, Витя. Я знаю твою сплю. Я сейчас только глаза закрою. И ты пойдешь что делать? Что ты, моя солнышко, пойдешь делать? Ты, моя бусинка, что пойдешь делать? А что ты пойдешь делать, моя бусинка? Ты пойдешь хатку маме разносить. Да, скажи всем доброй ночи. Любимые наши дорогие зайчики, подписчики. Такие все хорошие. У нас только хорошие добрые люди соблались в подписчиках. Потому что ты у меня хороший и добрый енот. И потому что мама тебя не пустит гулять по домику. Нет, мама тебя сегодня пускала гулять. Мама пока там готовила кушать, пускала тебя гулять по домику. Мама тебя всегда пускает гулять по домику, но только при ней. Да, да. Пойдем, переноску тебе положу. Пойдем, да? Пойдем, переноску тебе положу. Вить, не притворяйся, что ты спишь, я тебя умоляю. Пойдем этой курице по жопе я дам, а тебя спать положу. Не надо, видите, мне тут норки делать. Это моя кровать, зайка мой, золотой. Слышь, ты пьяный енот. Нет, давай свои лапки сюда. Поехали, поехали, поехали. Поехали в переносочку, переносочку. Поехали. Все, спать, Витямба. Я тоже очень устала, хочу спать. Мать, уже твоя на человека не похожа. Мне 3-4 года, а я уже на 45 выгляжу. Из-за тебя. Из-за вас, за всех. Чудовище мое маленькое. Маленькое мое. Выспалась, да? Можно и поиграться, скажи. Блин, пойдем эту курицу придушим чуть. Ей лейкопластырем сейчас рот пойду замотаю. Все, пошли. Пошли. Чуть-чуть.